Всем, парни, привет, с вами Димон на первом игровом. Ну что, подведем итоги, посмотрим, кого я выберу в этом квесте, потому что я вчера дождался 12 часов, ну сегодня, то есть ночью, 5 июня. Пробежался по игрокам, которые есть, мы видим, это у нас на экране, просто пробежался по экрану, видео запустил небольшое, а теперь сейчас на кого у меня пал глаз и все-таки кого я выберу. Сейчас посмотрим. Нашим видео. Переходим во входящие. Ну и видим, там у нас есть наш квест. Открываем. Макар, Бобровский, Кросби, Бедарт, Дорозайтел и Йоси. Вот эти карточки. Это наш квест. Один игрок из шести. Вот такие у него. Значит, у него по одной, три синергии по одной, по одному выбору. И вот обилки серебряная для защитника. Пробегаем. И золотая обилка стик AM Up. И все 99-е. Так, Сергей Бобровский. Ну, я как бы не вижу смысла вообще вратаря брать. Как бы они все одинаковые. Поэтому я просто... показываю вам, какие есть у них обилки, способности. Шоу стоппер. Так, Сидни Кросби. Значит, у нас Beauty Backhand. Элитные края. Недвижимая сила. Make it Snappy. Big Типер, ну и Born Leader, золотая билка. Все эти статы 99. Следующий Конор Бедарт. Тоже хорошая карта. Значит, у него получается Make it Snappy. Элитные края. Шок и трепет. Так, новые какие-то билочки появились. Не читал я. И удержимая сила, кстати, очень для него это важно, потому что будет удерживаться Дорозайтель. Очень хорошая карточка, поэтому сейчас будем смотреть. Так, у него удержимая сила. Шайба на нитке. Вантаймер. Тейп-ту-тейп. И элитные края. И ну, зато билка Мэкет Снайпи. Хорошая карточка вообще. Так, Роман Йоси. Защитник. Сент Ит. Син Ия. Борн Лидер. Элитные края. Quick Pick и Shot Down. Ну вот, как бы вот эти карточки. Это три нападающих, два защитника и вратарь. Почти похоже, как на Тотс и на Тотти. Ну что, выбираем Дорозайтла. Ну, сейчас его добавим в нашу команду. Потом я расскажу еще историю, что я решил все-таки, что какие у нас игроки есть. Значит, добавим его вместо Дорозайтла, который есть у нас плей-оффовский. Я его разберу. Пауэр-апы. И добавлю его. Но все-таки он будет лучше, чем... Ну, тем более, команда Тотс, Дорозайтл был... То очень карта редкая, поэтому упал выбор на Дорозайтла. Сейчас состав добавим. Ну и вы видите, у нас Йоси появился 99-й. Ну и Макар 99-й стал Тотс. Автоматически выросли карты. Ну еще пробежимся. Какие карточки выросли автоматически? Это карты Тотс. Team of the Season. Значит, вот видим, что Бедарт стал 99-й. Эта карточка автоматически выросла. Затем Дорозайтл стал 99-й. Очень редкая карта. Нигде не найти. Роман Йоси 99-й стал. И Макар. Поэтому я считаю, что, можно сказать, свой квест именно летом, когда карты, которые у вас были, и они стали 99. Я думаю, это хорошо считается. Поэтому по поводу... Ну и, конечно же, карточки именно X-Factor,
тоже выросли. Это, например, если у вас есть эти карты, или вы, у вас они где-то лежат, то вы можете их просто взять и прокачать. Они уже с 99-й. Ну, это считается как бы очень хорошо. Итак, у нас, значит, Макар стал тоже. Макар, Кросби и Йоси. Вот эти карточки можно прокачать пауэрапами до 99-го. Так что смотрите сами. Ну и Макар. Ну а по поводу всей этой ситуации, у меня есть, значит, карточки. Это, сейчас мы опять перейдем в ТОЦ. Значит, что у меня в команде есть? У меня есть, получается, Макар, стал 99-й, Йоси, как я и говорил. Выбрал я Дразайтла. Ну и сейчас соберу Бедарда. И получается, у меня, попробую сейчас X-Factor. Я утром попробовал собрать X-Factor, у меня был, крутануть рулетку, поискать возможность, может быть, все-таки, как бы я настраивался так. Я хотел Кросби, но Кросби на рынке не было. Например, сейчас еще раз посмотрим. Так, Кросби на рынке не было. Да, это пока, да, это второй аккаунт мой, поэтому ладно. И попробовал я все-таки попытать счастья в X-Factor выбора раз в месяц. 50 игроков базовых я использовал на X-Factor сет. Значит, я утром это делал. Вот 50 игроков идем. И мы сейчас посмотрим. Я решил это сделать чисто случайно. Настроил себя. Давайте попробуем, что там есть все-таки. Заходим во входящий и начинаем искать счастье. Так, три игрока выбора. Первая. Ларкин. Вторая карточка. Сидни Кросби. Я офигел просто. Вот это удача. И третья. Макдэвид. Сколько мне уже здесь Макдэвидов было. Все-таки мы решили... Все-таки будет у нас Сидни Кросби. Вот так как бы я захотел, и эта карточка оказалась у меня. Поэтому выбор очевиден, что у меня есть возможность его прокачать. Поэтому сейчас мы это сделаем. Прокачаем Кросби и Бедарда. Так, ну что, пойдем мы сейчас в мои коллекции и апнем Кросби, которого выпал. Так, карточку базовую Сидни Кросби, все четвертая. И у нас здесь пауэрапы 49 штук. Ну, у нас все есть, поэтому приступим. Прокачиваем его и доведем его потихонечку до 99-го. Понял, что прокачка. Жмем на R1. Нажимаем на крестик, набираем пауэрапы, и он у нас растет. В зависимости от овера, сразу две были коллекционнички, теперь по три. И потихонечку прокачиваем. Так, уже когда 95-й, уже 4 пауэрапа. Ну и сразу же его все увеличивается, активируется, синергии добавляются. Так, уже 4 еще 97.
Так, уже 98.6. Ну и 99.8. Ну что, добро пожаловать в нашу команду. Сидни Кросби. Вот такие у нее статусы. Значит, у нее такие же обилки, как и в той карте, что вышла квесте. Синергиями тут поиграем, чтобы хорошие были стат. Ну, почти все 99, поэтому. Карточка Кросби собрана. Ну и теперь пройдем сейчас сет. Теперь нам не хватает Бедарда. Давайте пройдем в сет. Значит, есть сет Тотс. У меня был разобранный Бедард, вот этот сет Netsgen. У меня был Бедард 83, я его разобрал, Netsgen прокачал до 87, ну и перевел коллекционки, необходимо 34 коллекционки. Ну что, нажимаем на треугольник и получим сейчас Тотса. Добро пожаловать, Бедард. Конор Бедард. Ну, вот такие вот у него. Тоже такие же неудержимая сила. Строк it off. Элитные края. Make it snappy. Kill it up. И shock and away. А, у него shock и трепет. У него золотая. Так. И вот внизу видим его статистику. Карточка огонь. Добро пожаловать в нашу команду. Ну что, в нашей команде есть, значит, билдеры Линдрас и Тортон. К ним добавился Дрозатель. У нас звено пока Легенд, Марио Лемигрецки, Горди Холл. Ну, сейчас мы еще подкорректируем. Значит, у нас уходит с команды Якор. И добавляем мы сюда Кросби. Так. И убираем пока Пастерняка. Я думаю, что мы вот так надо сделаем по-другому. Вот так добавим. Вот так сделаем. Мы все-таки пробуем так. Так, Дрозатель. Какая-то карточка интересная. Какая-то глючная. А, типа это цепочки продолжаются. Такие интересные получается. Фон такой, да? Так, ну что, пока как-то так. Значит, у нас Йоси, Блейк, Даути. Ну, тут уже, как говорится, эти карточки будут потихонечку расти. Так, ну, как бы так, да, еще запомню, что появились 95-е обилки. На пятерочку выросли, можно подредактировать, подправить способности. Ну, посмотрим, как... пока так выставил. Посмотрим, как дальше. Ну, вот, вот такой, как бы, решил такой завершить именно построение команды из
наших вот этих квеста. Йоси, Макар, Дрозайтель, Кросби, Бедард. Можно сказать, все вот эти игроки и тотсы у нас есть в команде. Все, завершаем наш квест. Можно сказать, мне понравилось это, что у тебя есть уже игроки 99 овера. Я думаю, что на этом мы завершим нашу серию. Квест 99. И встретимся на стримах. Всем спасибо за просмотр. Оцените видео, подписывайтесь на канал. С вами был Димон на Первом Игровом. Всем пока-пока.